Всем привет, ребята! Сегодня я буду показывать один новый дом в Брук-Хейвене. Один новый дом добавили. Наверное. Вот он. Потому что сегодня в Брук-Хейвене обновление. Что вы заметили? И поэтому это обновление такое вот. Не обновление, а, короче, поняли. Закрываем дом, чтобы к нам никто не прибрался. Но дом довольно такой небольшой. Вообще, знаете, склад какой-то. Интересно, зачем такое? Так, куда оно идет? Давайте с другой стороны попробуем залезть. Тоже не получается. Может, тут есть какой-то вход? Короче, дом небольшой, наверное. Тут еще что-то строится. Такой домик. Тут, значит, мы сидим. Вот тут есть такие штучки. Так, ладно. Тут вот кто-то сидит тоже, я не знаю. Тут такой вот. Тут можно включить камин. Вот это камин. И потом мы идем сюда. Интересно, машину должны были новую, значит, добавить. Сейчас мы посмотрим. Короче, машину новых не добавили, значит, машина это должна быть вот эта вот. Сейчас. Чтобы было... Вот смотрите. Вот сейчас мы ее переменяем на какой-то цвет. Такой, допустим. Сейчас откроем гараж. Два гаража мигом открываются. Вот такой гараж тут. Возможно, я сниму такое видео. Интересно. Вот тут нельзя. Значит. Что сделать? Вот тут вот. Сейчас. Выключается свет. А тут я не знаю, что это. Ну, вот, наверное, это подсветки. Такие тут коробочки. И я, короче, могу сейчас сделать... Ну, я вам еще пробцы покажу, если они не там новые попались. Ну, здесь. Ну, тут, наверное, ничего и нет. Так, наверное, давайте пролистаем. Ребята, вот это не было, я не знаю. Так, ну тут ничего нового. Как было все так лежит, скелеты. Представляете, приходишь на работу, тут такой скелет сидит. Нет, ну, пожалуй. Я, пожалуй, клоунов боюсь. А давайте, ребята, сделаем еще тут комнату. Да, сейчас я сделаю комнату, и это будет вот эта комната. Короче, мы сначала берем кровать. Кровать у нас тут вот. Так, вот ставься, пожалуйста. Да. Нет, давайте лучше вот тут вот будет. А чё чё Варя там? Короче, смотрите. Сейчас как-то это умудриться надо еще поставить. Да ё-моё. Я должна построить свою комнату. А то где рабочим спать? Дальше. Нам надо поставить... Такое можно. Так, сейчас. Все будет, все чики-пуки будет. Это мое любимое слово, чики-пуки. Так, сейчас мы поставим его нормально. Ну, я думаю, так вполне достаточно. И на комнате я захочу, допустим, поставить, смотрите. Сейчас. Вот такую можно сейчас поставить. Сейчас мы ее куда-то... Аккуратненько вот так у вас. О, смотрите. Так, теперь ставим, значит.
Можно тут стены, кстати, типа из этих штук сделать, но это слишком маленькое. Поэтому мы идем смотреть дальше. Так, ну, дальше у нас в пропсах такого ничего нету. Кто хочет мою кровать? Мой домик. Поняли. А где мое творение вон то? Сейчас. Так. Жалко то, что... То, что не добавили новых пропсов. Короче, обновление там, знаете, какое. Кто еще не заходил, так вот расскажу. Обновление тут очень классное. Я сама... У меня, короче, высветилось... Прикиньте, когда я начинала заходить в Роблокс, короче, у меня высветилось, типа, что-то обновление. Потом папа мне прочитал... А я так испугалась, короче. То, что, типа, меня... В смысле? Меня взломали, что ли? Я просто не разбираюсь в английском, а папа разбирается. Господи. Как это так поставить? Еще аккуратненько так. Так, давайте... Нет, сейчас я поставлю нормально, вернусь к вам. Все, вот, я поставила. Дальше можно нам быть вместо этой кровати, знаете, что поставить? Вместо этой кровати, знаете, что такую кровать поставим? О, смотрите, какая уже прекрасная комнатка получается. Так, давайте уберем вот эту штуку, потому что она нам мешает. Кстати, а для чего сделано, короче, два гаража? Потому что, ну, вот ты, типа, две машины не можешь поставить, ты только на VIP-сервере можешь поставить две машины, поэтому тут чуть-чуть я не разбираюсь. Ладно, вот такой вот. Тут будет, давайте... Поставим зеркало, такой косметический столик с зеркалом, такого, давайте подсветочку, ой, где тут подсветочка, фух, давайте, знаете, какую подсветку, нет, столик верните. Ладно, давайте еще гирлянду повесим, чтобы красиво было. Сейчас я по-другому другой гирлянду повешу. Все вот так вот. Сейчас. И берем. Ой, не то. А, она сейчас пропадет, короче, я сейчас нажму, она пропадет. А нет. Вот так вот. Сейчас. Да не тут. Короче, давайте без гирлян. Да ё-моё, да как этот домик поставить? Ты уберёшься. Ё-моё, у меня сейчас весь экран будет в этих домиках. О, вот! Красиво как. Так, дальше. Я смеюсь, когда он залез на диван и хочет за диван. Я сейчас выгляну, он на меня нападет. Ну, знаете, глаза по 5 копеек. Когда он разыгранный, тем более. Поэтому он
У него глаза по 5 копеек. Давайте что ли... Нет. Нет. Нет, нет, нет. Давайте что ли... Ёлочку для уюта поставим. Ёлочка. Вот. Хотя нет, будет... Уголок у меня такой. Так, хочу еще столик поставить. Какой-то такой небольшой. Такой вот. А, на это нет. Че, а ну-ка. А, оно сейчас пропадет, значит. Вот так вот. Можно, чтоб печенька с молоком поставить. Можно, смотрите, как сделать. Ну, я же говорю, ладно, типа такой вот, типа туда, чтоб, ну, почему, ну, там, печенька, но почему-то Дед Мороз, ну, мы так не делаем, Дед Мороз мне приносит подарки, Санта-Клаус. Так, тут ничего нового мы, как мы видим, не добавили. Хотел сказать, мы как видим. Давайте, знаете, еще что сделаем. Выйдем на улицу. И... Ой, ничего, что видно мой дом. Поэтому давайте на улице поставим снеговичка такого. Вот давайте не так, а знаете, как поставим? Сейчас я вам поставлю. О, смотрите. Снеговичок такой вас встречает. Ой, давайте уберем, знаете что? Подсветки уберем, давайте. Короче, когда у меня закончатся вот эти вот, этот... пропсы, то я буду показывать тут же. Потому что пропсы у меня скоро закончатся. Так, давайте еще стульчик. Давайте еще, знаете что? Место для блогера. Я же все-таки блогер. Типа снимать тиктоки. Камеру тут. Давайте поставим. Ну вот, все. Такой вот у нас получился. Давайте сначала покажу. Когда мы идем сюда, мы встречаем такого миленького снеговичка. Вот такого вот. Он такой милый. Потом мы идем, короче, в домик. Тут у нас встречает какой-то человечек сидящий. Давай его попробуем снять. Этим человечком буду я. Вот, тут такая машина. Тут такое вот ёлы. Такое зеркало. Знаете, где можно причесываться. Давайте, знаете что? Пропсы кое-что поменяем чуть-чуть. Это уберем мы. И знаете что? Я так подумала. Знаете, что-то из этого еще уберем. Допустим... Сейчас. Телефон, потому что знаете почему? Потому что я могу там кое-что другое поставить. Сейчас я вам это поставлю. Смотрите. Сейчас я это, точнее, представлю. Сейчас. Так, вот тут. Как так? Аккуратненько повесить, чтобы оно так аккуратненько встало. Потому что кто хочет, чтобы я сделала из этого домика тюрьму, пишите в комментариях плюсик. Вот такой вот. Тут и тут должно быть моя фоточка. Ой, чуть-чуть не так. Знаете, как сделаем? Тут будет стоять моя фоточка. А тут будет компьютер стоять. У меня сейчас
не закончится. Хотя у меня уже закончились. Короче, просто сейчас я вам вот так вот просто сидим. Короче, давайте сначала там снегочка выделили. Такое вот. Моя фоточка. Мы заходим тут. Человечек. Это не человечком. Вот такая моя тоже фоточка. Так вот. Смотрим. Машинка тут стоит. Надо ее, кстати, закрыть. Вот тут я не знаю, что это. Ой. Это правда, а это что правда? Это какая-то штучка, это какая-то кнопочка. Чтоб что-то делали. Я не знаю, что это за кнопочка. Вот тут вот моя кроватка. Ой. Вот. Можно не поспать вот так вот. Я, кстати, искала маму, но я не нашла маму, поэтому я делала все. Так, вот так, вот такое видео. Ой, такая кроватка у меня. Елочка, где можно спрятаться лежа. Ну, и стоя может неплохо спрятаться. Можно. Сейчас. Тут такой уголок. Мы смотрим в зеркало и можем причесаться. Вот так вот. Вот я накрасилась, так вот. И вот такое видео на сегодня у меня получилось. А давайте еще посмотрим, ну реально, опросы. Да какие-то надо. Ну, это... Кстати, ребят, вот тут пропсы добавили, но я не смотрела, это наверняка старые пропсы еще с первого, второго или... Короче, я не знаю, сколько тут обновлений было. Ну, этого не было. А вот это вот было все. И это, наверное, было. Но этого вообще не было. Это... Не знаю. Давайте, а знаете, что блин, я не буду смотреть. То есть вот такие вот кнопки, такие вот мусорные баки. Не знаю, для чего это. Это для Хэллоуина. И вот такие вот штучки. Вот такой вот у меня домик получился. Ну. Подождите, а, кстати, это... А, нет, это не то. Господи, я чуть дом не удалил свой. Так, вот, еще машину. Сейчас. Мы сейчас должны поискать, знаете, какую машину? Вот, чтоб сзади ее был, короче, груз. Чуть-чуть мы сейчас ее сюда чуть-чуть поставим. Цкий. Сейчас, чтобы там были коробки. Вот эта машина мне надо было. Ой, закрыть. Сейчас я подъеду как-то. Так, рабочий. Короче, знаете что, ребята? Короче, я застряла, ребята. Сейчас. Давайте. Ладно. Машин больше таких. Вот это что за машина? А, это не такая машина, как надо. Мороженое. Это не подходит. Что ж, остается только это, что ли? Сейчас, короче, я все налажу и все будет чики-пуки. Сейчас. Эта машина мне не влезает в гараж.
Я не знаю. Давайте попробуем эту машину взять. Она вроде бы тоже с коробками. Да, вот она. Давайте какую-то поменяем. А за цвет, ну... Это вроде бы, я не знаю, давайте... Ну, вот это вот поменяем, что ли? Так. Короче, давайте открываем ворота. Заезжаем. Где-то, блин, куда я заехала? Сейчас с этой машиной хоть не будет проблем. Кстати, я думаю, что вот эти разработчики будут строить второй этаж, потому что, ну, почему там такие стенки там, такие вот, ну, как это, типа лестница, потому что там лестница не просто и так явно. А давайте залезем, короче, посмотрим. Для этого, для залезания мне понадобится лестница. Кстати, я уберу все, короче, мои прибамбасы. Ну, не прибамбасы. Короче, вы поняли. Я удалю по-любому дом. Так, как нам бы так забраться? Давайте, что ли, как-то ее надо нам поставить. Нам поставить как-то ее надо. Ой, знаете что? Давайте вот так вот попробуем. О, сейчас лошадь достаем. Где лошадь? Нужна лошадь! Лошадь нужна! Лошадь нужна! Лошадь! Где моя лошадь? А чё тогда эту машину можно тут поставить? А, лошадь хотя бы. Смотрите, короче, мы сейчас на лошади возьмем им. Мой план сорвали, короче. Не дали мне... Смотрите, сейчас будет все. Сейчас лошадь прыгнет. Что лестница убралась? Ребята, ну я, конечно, все понимаю, но это так не шутят люди. У меня лошадь какая-то скользкая. Кстати, у меня, короче, знаете, я поменяла все свое на, ну, русское на украинский. У меня даже блокнот украинский есть. Я патриотка. Так, блин, а? Давайте сюда лестницу поставим. Господи, что лестница? Так, сейчас. Давайте что-то еще поставим, что ли. Кто? Я тебе сейчас дам. Сейчас мы его забаним.
Интересно, моя машинка там не убралась? Блин, убралась. Ну, а что мы, да, ожидали? Мячик — это плохая идея. Да ё-моё, блин, а как залезть? О, ребята. Вот это я такая, конечно. Смотрите. Вот мы можем, да? Блин, сейчас. Ну, короче, надо сделать такую машину, чтобы мы могли, короче, на неё встать. О, смотрите сейчас. Где-то тут есть прыг. Во-во-во! Да дай я тебя забаню! Смотрите, значит, мы берем лошадь, и там можно же так подскакивать, наверное. Я не знаю. Сейчас у меня лестницы, конечно же, не будет. Нет, это не то. Он писал в клеточку, короче, он пишет. Вот. 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 Имя лошади. Имя, да. На лошади это главное. В жизни. Чё она не хочет? Чё она не прыгает? Давайте, знаете как, разгонимся сейчас. Оттуда прям... О, смотрите. Это... Ой, я чуть-чуть ненормальная. Смотрите. Ну, короче, сейчас на соседа крышу залезем. Это надо постараться сделать. Вот, сейчас, лошадь меня не будет подводить. На велосипеде легче допрыгну. Иди с меня. На велосипеде допрыгну. Как, блин, назло тот убрал. Короче, на крышу пока не забраться. Нереально. Даже не пытайтесь. Короче, такое вот видео у меня сегодня вышло. Поэтому я сейчас прикончу. Я могу тебя! Сейчас мы его. Он хочет типа стать вором, да? Сейчас. Короче, такое видео у меня получилось. Не забывайте ставить лайки и подписываться на канал. До новых встреч!